Для милых дам это день полон внимания, заботы, презентов. Сертификаты, бытовая техника, трендовые украшения, обыденность или нестареющая классика. Прекрасная половина один раз в году ждет сюрпризов и подарков. Сильный пол разбивает ноги в кровь в поисках того, чем удивить. Традиционный атрибут 8 марта – цветы. Для толстого кошелька – розы. Для среднего класса – тюльпаны, мимозы. Средний чек от 3 рублей за веточку до бесконечности. Настоящий цветочник – тот, который ждется до праздника еще за год до праздника. Целый год мы мониторили всех поставщиков. Мы выбрали самый лучший тюльпан. Мы нашли самую лучшую цену. Предоставили огромный ассортимент по самым лучшим ценам. Погода в доме. Кроме презентов, женщины надеются на создание праздничной обстановки. В ход идут растяжки, шары, песни. Все, чтобы удивить и порадовать. Забота о доме, ужине и детях тоже ложатся на сильные плечи. Дамы в этот святой день отдыхают по всем фронтам. Для покорения любимой специалисты советуют начать утро с завтрака. Романтическая обстановка, сервировка, вкусная еда. Вся продукция у нас уникальная. Мы делаем слойку на натуральном сливочном масле, бобруйске. Больше всего покупают девчонки франжипаны вот эти. Это миндальный круассан и круассан со специальной начинкой из дробленного миндаля. Со специальными ингредиентами секретными. Очень вкусно. В душе весна. Мамы, бабушки, сестры, вторые половинки. Одними букетами не отделаешься. Тут в дело вступают маркетологи. Полки ритейла завалены подарочными наборами на любой вкус и цвет. Мужчины, чтобы не заморачиваться, презентуют все, что может пригодиться. Канцелярия, медтехника. Беспроигрышный вариант – сертификат. Все больше людей отдают предпочтение белорусской продукции. Ведь это знак качества и натурального состава. Комплекты постельного белья, комплекты столового белья. Также широкий ассортимент одежды, как и женской, так и мужской, банные принадлежности. А также можно приобрести сертификат подарочный номиналом 30, 50, 100 рублей, и тогда ваша дама сможет выбрать подарок себе сама по своему желанию и вкусу. По статистике, первые места среди подарков после цветов и конфет заняли косметика и парфюмерия. Определиться с брендом, свойствами на местах помогут консультанты. Ценовой диапазон зависит от предпочтения прекрасного пола. Если на полках в ванной стоит премиум сегмент, держи карман шире. Ну, я бы хотела, чтобы сделали что-то своими руками. Вот, например, мне сегодня показывали, как, знаете, из ленточек атласных накрутили букеты, вот, красивые, и девочкам подарили, получается, эти букеты. Ну, вот очень классно, мне понравилось. Они в свое время туда вложили, ну, старания. Самый лучший подарок – это любовь и ласка твоего любимого мужчины. Вот это самый лучший подарок, а все остальное – это мелочи, это приходящие и уходящие. Главное, чтобы любимый мужчина был рядом. Неплохо было бы какой-то букет тюльпанов или роз. Вот. Ну и что-то сладкое. 8 марта – это не просто женский день, но и возможность сделать приятное, показать свою заботу, любовь. Главное не вспоминать об этом только раз в году. Уважать и баловать своих половинок – мам, бабушек, сестер, коллег – нужно круглый год. Никита Швайковский, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.